1 сентября сразу 32 ученика Тверской школы номер 4 начали углубленно изучать пожароспасательное дело с 5 класса. В учебном заведении открылся кадетский класс МЧС. Кадетский класс МЧС – седьмой по счету профильный класс в образовательном учреждении. Серьезный конкурс, 3 человека на место. Выдержали не все, поступили самые подготовленные. В этот класс отбор, так же, как в любые кадетские классы, проходил в апреле, в мае. Ребята сдавали экзамены по русскому, по математике, показывали свой общий кругозор. И сейчас, в сентябре, еще у нас будут ребята сдавать нормативы. Чтобы будущие спасатели и пожарные могли познакомиться с оборудованием, которое имеется на вооружении МЧС России, на территории школы была организована выставка техники пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-спасательной службы города. А еще в новом классе школьников ждут профильные занятия со специалистами службы МЧС. Составлена программа дополнительного образования. За кадетским классом будут закреплены сотрудники Главного управления МЧС России. И, соответственно, согласно программе, они будут, конечно, прибывать сюда и проводить занятия с детьми. Здесь будет хорошая подготовка, и по окончанию высшего учебного заведения гарантированно дети поступят в подразделение пожарной охраны либо надзорной деятельности. Пятиклассницы Оля, Маша и Эвелина к выбору будущей профессии подошли серьезно. И в класс МЧС записались одними из первых. Я хочу лечить людей, я хочу быть психологом. Можно еще спасать животных, например, как ветеринары, там, с деревьев, кошек и так далее. Если пожар, можно человека спасти. Мне стало интересно, что это такая за работа МЧС России. Я решила позаниматься, поучиться. Учебный год сегодня стартовал в 52 школах города Твери. Торжественные линейки начались с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна России. В новом году это станет еженедельной традицией.